В Черновцах сегодня митинговали военные пенсионеры, требовали повышения ежемесячных выплат и возвращения коммунальных льгот. Услышали ли их, знают наши журналисты. Военные, бывшие милиционеры, участники боевых действий. К заданию госадминистрации в Черновцах с самого утра сходятся пенсионеры. Требуют повышения ежемесячных выплат. Я считаю, что я должен иметь пенсию, которая... Пенсию, которая позволяла мне нормально жить. Я завоевал. Среди участников пикета и подполковник МВД Василий Пуляк. У мужчины скудная пенсия. Говорит, что с трудом сводит концы с концами. А найти дополнительный заработок не позволяет ни возраст, ни состояние здоровья. У нас уборщица сейчас получает пенсию, сколько я. А я проработал 29 лет в органы внутренних дел. И фактически нас выкинули как ненужный элемент, выкинули из общества. Митингующие требуют пересчета пенсии. Мол, насчитывать выплаты нужно по той же формуле, что и тем, кто ушел в отставку 2 года назад. Соответствующий закон Верховная Рада должна была принять еще в конце 2017-го. Ждать устали. Нам повинні перерахувати відповідні пенсії, які ми заробили у держави. Значить, коли ми вступали на службу у силові органи, ми укладали певні угоди з державою. Ми їх виконали. Помимо пересчета пенсії, воєнні требують також вернути їм комунальні льготи. Були квартира 50% на газ, певна кількість кубів було 400-600, на воду 50%, ну на все. На всі комунальні послуги все було 50%. То все познімали. Вижити дуже важко. К учасникам мітингу виходить губернатор. Увіряє, пенсіонерів підтримує. Ті вимоги, які ви зараз підготували, і якщо ви дасте, ми також направимо всі інстанції. Кабінет міністрів, адміністрацію президента і Верховну Раду. До кінця місяця лютого влаштовує? Ми терпіли більше 20 років, друзі. До кінця лютого потерпимо. Если же к концу месяца пенсии так и не пересчитают, митинговать обещают уже в столице. Юлия Жешко, Ольга Паламарюк, Игорь Рига. Подробности, телеканал Интер, Черновцы.